Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Короче, вот, рассказывай, ребят, записывайте. Как играть на этой вообще аномалии? Что она себе представляет? Что делать? Во что я превратился? Мурлоков нет, драконов нет, ничего нет под Брана. Предлагаю Брана взять, ребят. Мне нравится. Аномалия, расчетливость. Так, что мы здесь делаем? Надо забирать музыканта, ставить его на первый ход. На второй ход у нас будет плюс монета. За счет этой монеты у нас будет 5 монет. На второй ход мы сможем голду запасти, да? Ты куда мне смайлик кидаешь? Ты не побеждатель. Ничего себе. Go level. Ну и батлкрая собираем. Мы же хотим Брану в любом случае получить, так что потихонечку. Стоп, стоп! Да смотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Да не, наверное, не буду продавать, покупать. Это батлкрай, с одной стороны, с другой стороны, чем можно батлкрай? То есть, есть карты, которые мы хотим. Что это? Из этих рифов. Классные? Классные. Пивунья, которая забафает весь стол на 2-2. Здорово? Тоже здорово. Этот, мародер крепкий, чтобы бафать стенки. То есть, если получим Брана сейчас, то, в принципе, оно тоже пойдет. Ну, ладно, пойдет. Будем такого брать? Наверное, нет. Я вообще думал насчет него брать или не брать, ну ладно. Уже взяли. Я сейчас лизнченыш. Поставил Брана. Пам-пам-пам. Ну пусть будет как пара. И, наверное, я ролл сделаю сразу. Ну что, какой-то баф. В идеале. Пока чуть подавдаем. Я знаю, что я голу не оставляю, но и проиграть больше тоже не особо хочется. Тем более, вон, смотрите, он прям усиляется. Куда ты бьешь? Клиф, тебе нормально? Оу, оу! Переведи обратно на покушать. А все! О, ребята! Ребята, смотрите! Машина, за что? Кто бы стенка сделал? Это было очень плохо, ребята. Чья была идея, признавайтесь? Ну, теперь придется его забафать сейчас побольше, чтобы... Чтобы фокусили вот этого чувака. То есть я просто его бафаю, чтобы... Чтобы, возможно, он выжил с первой тычки сюда, потом вторая тычка пойдет в релак и все еще будет работать.
Кто-то не знал брать 5-6, но мы же не брали 5-6, чтобы сделать с него стенку, а потом убрать стенку. Так, Литропол, давай твой трек сразу поставлю. Начали таунта поставить. Зачем мне начали ставить таунты, если мне надо, чтобы они слева-справа работали? То есть ты хочешь... Хочешь, нет, у меня оба должны работать. Ах ты засранец. Он все вправо, кстати, бьет. Так, еще разочек, ребят. 7-7-7, релак, дает релака. Ревидерно был тогда, слушай, то же самое, то же самое. Па-пам-па-пам-пам. Но как? Забрал мародера, поставил баф на три стенки. Продал тебя. Не знаю, просто релака поставим. То есть так. Попугая, да кого-то нет, не попугая. Какой-то просто за это поставлю все. Я сейчас пора ничего не сделать, да, он стенку не снимет. То есть он как бы снимет стенку, потом снова стенку ему обратно даст, потому что два раза срабатывает. Попугай не хочу, ребят, попугай, по-моему, этого не стоит. То есть я могу поставить что-то другое на экономику, на стол. То же самое. Минус монета? Да, минус монета будет. Но я пытаюсь его трепет собрать, я не хочу, наверное, продавать. Можно было тебя продать, попробовать так покрутить, но... Возможно, что-то еще придумаем. Ага, что, не получается крайне правую ударить? Ребят, держим кулачки, чтобы все сработало. Ты уже не работаешь, но ничего страшного. Волк! В 2-5. Так, сработал. Да, не под браном, но все равно пойдет. Почему ман не тратит? А, монета, аномалия, смотри, какая. Здесь, если ты голду всю не потратил, ты можешь... Она, короче, на следующий ход уходит. Волк, ну волк, да. Я могу поставить его сейчас вперед и попробовать раскопать попугая вот так вот. Либо попугая, либо спятый таверны с двери, который я даже меха вперед поставлю. Теперь отсюда копаю с двери, либо попугая, либо спятый таверны, который активирует хрипы. Смотрите. Так, теперь продал. Поставил. Подождите. Будет очень много карт в руке. Вообще, возможно, надо Элима продавать.
Давайте вот так вот. А Пираты 6, покинь там сейчас клифф. Оу. Оу. Чего? Подождите, а ты даже не сработал. Ой. Ой. Подождите вот. Ой. Ой. Ладно. Что-то в голове это была хорошая идея. А он был сильным таким. И сразу отлетел. Слишком много, ребят. Что это? Нати Ласт. Чат уменьши чем 3 https 2 точи слэш слэш яуту точка би слэш эокс 2 f подчеркивание UDPK. Подчеркивание? Все равно 8,8 и 5 унчбук. А? Ущелка 14к. Ну вот, зато видно. Зато смотришь и понимаешь такое, блин, человек 14к. Понимаю, почему. Какая мощь, какая сила. Вот эта грация. Блин, я не очень силен. Точнее, недостаточно силен. Наверное, все равно так. Клифф был еще один, но... честно, не знаю. Но я не очень силен. Там еще звери, которые здесь сейчас, да, неплохие. Там сурки могут призываться. Минус бабл. Вот этот вот. Вот эту не очень штуку приятную. Так, ну-ка. Литробол. Поехали, поехали, твой трек. Сейчас бы трубача, согласен, конечно. Побеждатель получил бота. Тоже не ожидал. Я на это же нарвался. Так что побеждатель, я тебя понимаю. Полностью все понимаю. Все равно то, что чел вылетел, он сам не бред. Он был очень силен. Очень силен, красив, хорош. Черепашонок. А. Ладно, го, в этот раз заберем таба. Я не знаю насчет фаланги и стенка бабл на него. Вроде... Да нет, давайте не будем. Просто на что-то голду походу трачу. Эта штука 4 здоровья дает, что вроде как то, что нужно. И надо будет, наверное, эту двоицу ставить. То есть...
Как-то так, может быть. Забафал, продал. Забафал, снова тебя же. Не знаю, просто что-то где-то забаф. Что-то где-то забафаем, говорю. Я понимаю, что он далеко стоит, он, наверное, против зверей, это что нужно. Жестко. Сайк. Кстати говоря, смотрите, Бран все вытанковывает, просто один стоит, воин. А, минус 2, монета на следующий игру остается. Вот, ребят, зачем Элиз добавляли. Ради микросотов на 11 ход. Остался пирамида, который, кстати, выбил Тарима. То есть был очень силен. Ну-ка. Что у меня такого, что он всех выбивает? Я могу с ним справиться? Вот непонятно. Вот реально проблема, что фиг знаешь, что у него. А зачем я, кстати, покупаю 3 атаки? А, потому что 2 раза 3 атаки будет. Не, это лучше. И, наверное, мы должны прям всех элемов, да, выкупать. Думаете, у него колядка? Мне кажется, он бы... Не справился хорошо. Арсвон. Да. Что сегодня? Вот, это хорошо, кстати. Let's go, еще подродим. Просто получается... Блин, у меня золотой комментарий. Я просто 2-3 элема играю за ход, и такой, ну ладно. Ну и хватит, ну и пускай. А, сейчас, думаю насчет расновочки, как мы сделаем. Что-то подобное подойдет? Надеюсь, что подойдет. Так, сейчас, эх, Арсван, Сильвио, ну давай твой трек в следующем поставлю. Как приятно смотреть на игру без мурлоков, демонов, нежити, но яда в игре. Ну, на самом деле, если все это тело убирать и прямо оставлять пьюр, кстати, ничего себе жестко. Там золотой ревендер, за счет этого, да, очень много сотов идет. То есть мы это можем перескейлить, но на это нам время нужно. А времени у нас, к сожалению, нет. Ты с трубачами точно вырос. Ну, кстати, молодец. Молодец. Есть микрошанс? Уже нет. Ну прикольно, вот, кстати, не в экзоде через золотого ревентера, золотого шестого дропа, то есть дело за малым, всего-то нужно все в золото поймать, все важные карты в золото. Короче, просто повезло, что в конце пался. Да, на самом деле он бы нас выносил, ему очень жестко завозить. Это сильно, но мы должны все части находить очень быстро. Тогда это работает. То есть, если бы у меня было время, если бы у меня какие-то были бы хорошие карты, что-то подобное, я бы раскрутился, то есть, ну разве это можно назвать АПМом? Я просто кручу пару лемов в заход и чуть-чуть бафы там, ну, на здоровье. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!